Друзья, всем привет! Наконец-то я имею возможность записать свой влог. Времени не всегда хватает на такие вещи, я весь в музыке. И вот наконец-то сегодня расскажу, какие новости творятся на этой неделе. Сегодня у нас четверг, 22 марта. Наконец-то у нас за окном началась более-менее весна. На следующей неделе там 0 плюс 2 уже обещают. Вот солнышко выглянуло специально, видимо, для вас, да? Как я начал... Я надеюсь, оно не будет мешать. Я в очках, извините, потому что вроде хоть и не так солнечно, но блики все-таки, глаза так и закрываются, невозможно. Так, какие новости? Начнем, пожалуй, с самой главной. Где-то во вторник, по-моему, пришло мне сообщение ВКонтакте, в ВК, от знакомой девушки. Она подписана, видимо, в группу, слушает музыку, интересуется какими-то новостями. И вот какую вещь она мне прислала. Макс Фадеев, все прекрасно знаете, да, Макса Фадеева. Создали, видимо, лейбл, точнее, правильнее будет сказать, у него был продюсерский центр. Сейчас они сделали из него, видимо, лейбл под названием Мальфа. И открыли некий проект под идентичным названием, тоже называется Мальфа. Выпустили одну песню. Такую экспериментальную немножечко. Да, она в его стиле, но я вам попозже расскажу, почему она экспериментальная. И вот в связи с этим он якобы объявил такой некий конкурс. Ну, что мне вроде нужны аранжировщики. К нам на лейбл требуются аранжировщики. Поэтому он создал ремикс-пак на первую сольную песню. Ну и сказал, дерзайте, господа, продюсеры, аранжировщики, музыканты и все прочее. Дерзайте, присылайте мне на почту, если мне это понравится, там будем уже... Ну, это некий такой проверочный этап. Ну, естественно, я решил поучаствовать. Я хочу сказать огромное спасибо, Марта, тебе за то, что ты мне написала. Это важная информация. Я не всегда успеваю следить за всеми артистами, за какими-то продюсерами. Их же масса, их же много, и... Кто, кстати, для дальнейшего, кто когда-нибудь где-то в курсе что-то, чего-то, присылайте свободно, я с радостью прочитаю, сразу с радостью приму. Но на Макса я не мог не написать, потому что творчество, вы знаете, я его поддерживаю. Даже есть у нас кавер-версия «Отпусти меня», да, вот на песню Линды. Темникова, Серебро, все это я миксовал, все это я делал. Поэтому, вот на данный момент, сегодня, я повторяюсь, четверг, ремикс готов. Не имею возможности, наверное, пока вам его показать, выложив в группу, там на сайты какие-то залить, потому что все-таки я его сначала вышлю Максу, пускай он послушает, может быть, скажет. Будем надеяться, надежда умирает последней. Я понимаю, что я не Армин Ван Бюрен, да, какой-то там с нимфом на голове. Пишу, как умею, тем не менее. Пробовать на себя надо всегда, я считаю. Я вам здесь продемонстрирую некий кусочек, и потом расскажу немножко о песне, о клипе, и зачитаю некие факты, изложенные самим Максом. Давайте послушаем буквально куплет и припевчик. You didn't have a nose, and now I know.
так вот она звучит, это уже моя обработка, точнее не обработка, а ремикс, как это принято говорить. Обработка — это все-таки немножко некое другое. Так вот, как говорит сам Макс, сам Максим Фадеев, они создали некое программное обеспечение, которое является прорывом музыкальной индустрии нашей страны. В основе этой системы заложено преобразование голоса. По сути, это синтез всех интонаций, ударных, шипящих и прочих звуков, которые наделен голос реального обладателя. То есть, данный голос, давайте вот зачитаю, первоначальный вариант голоса, на котором строится база, принадлежит Максиму Фадееву. То есть, все, что вы сейчас слышали, это поет Максим Фадеев. Просто они его синтезировали так, что... получается, что это женский персонаж, потому что в клипе снимается девушка. И вот сейчас немножко поподробнее о ней. Обязательно, кстати, посмотрите клип Malfeo So Long. Премьера вот была, по-моему, 15 марта, если не ошибаюсь. Красивая девушка, харизматичная, приятная, на вид, притягивает к себе, есть со своей какой-то изюминкой. Я немножко опешил, когда узнал, кто это. Она француженка. Если вы умеете отличать по национальности людей там, с экрана или да, просто в живой жизни, еще не начав с ними разговаривать, то я тоже, наверное, предполагал, что девушка француженка. И как сказал уже попозже, после выхода клипа, сам Максим, зовут ее Жюльет Бессон. А почему Бессон? Задумайтесь. Это дочь популярного режиссера Люка Бессона. Все смотрели там фильм «Такси», например, да? Все прекрасно знаете. Вот это его дочь. Абсолютно шикарная актриса. Сыграла классно в клипе. Мне понравился сам клип, сама песня. Песня эта вообще слов нет. Вот первоначальная новость, о которой я хотел сказать. То есть пока мы ждем какого-то, наверное, ответа, да, если его не последует, то я вас порадую этой работой, обязательно она появится, я думаю, ну, в любом случае она появится в сети. Вопрос, когда? Так, давайте дальше. Дальше у меня все по старинке. Никак не совладаю с новым треком с Димой, теперь вот меня отвлекает, так скажем, работа на Максима Фадеева. А точнее, не на Максима Фадеева, а будем говорить на проект Мальфа. Раз уж это так называется. Еще сколько-то я тут прописал. Сейчас трек звучит вот так вот. Давайте чуть послушаем. Вы помните, я уже его включал? Я очень надеюсь, что когда-нибудь я его доделаю. Извините меня, конечно, пожалуйста, но вот что-нибудь да что-нибудь да у меня не так. Так, еще одна работа. Здесь я, наверное, комментариев даже давать не буду, вы сейчас все услышите сами. Не буду сроков давать, когда-то она появится. Я уверен, что точно. Потому что я обещал-то много работ всяких, а не все у меня получается и не... Ко всем я возвращаюсь. Давайте я вот совсем маленький кусочек. Тут даже можно без... В общем, сейчас вы все сами услышите.
гитара еще так себе. Даже бас я еще неправильно прописал. Но, в общем, все еще, друзья, делается. Я сказал, что у меня все силы забрала вот эта работа на проект Мальфа. Давайте еще раз резюмируем, так сказать. Трек готов, ремикс готов. Уже выслан сегодня с утра был на почту Максиму. Ждем каких-то комментариев хотя бы по этому поводу. Настолько ли это все плохо или наоборот? Почему нет? Еще раз спасибо, Марта, тебе за то, что ты вовремя прям меня информировала. Я быстро с головой окунулся в эту работу. Буквально за 2 дня, наверное, я ее сделал, написал. Все вечера посвящал ей. Я, наверное, не так активен сейчас где-то в сети там, да, и в пабликах своих. Поэтому вот так вот, друзья, извиняйте. Тем более, что на прошлой неделе я вам выдал сразу 2 ремикса. Это был Иван Валеев, новелла, да, вот новый ремикс. Тоже пару слов о нем даже не говорил, но вот так как есть, так есть. У меня уже даже этот язык заплетается. И еще одну работу я сделал, это Мачете, Нежность. Тоже она так хорошо вошла в сеть. Спасибо, что поддерживаете. Конечно, это важно. Я вижу это. Вот, друзья, такой влог. Опять вынужден прерваться. И так мы уже сегодня надолго долго уже записываем с вами. Пошел дальше окунаться в мир музыки. Сегодня опять в полевых условиях. Пока что в полевых условиях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь в группу, добавляйтесь в друзья, всех приму, поддерживайте, материальная поддержка тоже всегда приветствуется, спасибо, я вижу, она есть постепенно, она присутствует, классно, спасибо большое, друзья, всем пока, увидимся, услышимся.